Автомобильные покрышки принято менять каждые 5 лет, а то и раньше. Все зависит от способа эксплуатации. Если вы ездите на шипах по асфальту, то долго они вам не прослужат. Но куда девать старые покрышки? Просто отнести на контейнерную площадку нельзя, так же, как и в лес. А мы вам расскажем, куда. В Ивантеевке можно шины в любое время суток закинуть в контейнер экологической программы «Шина». Располагается он на Кирова 5. Также ждут шины в мегабаке. Он находится в Правдинском, на Степаньковском шоссе. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Иногда вам на шиномонтаже могут предложить оставить у них шины за деньги. Тут главное убедиться, что они будут утилизированы правильно. У организации должен быть договор с предприятиями по глубокой переработке резины. Либо автосервис. Сервисы должны быть участниками областной акции «Шина», согласно которой проходит сбор утильных автопокрышек. Сделать это можно бесплатно. Шины относятся к отходам 4-го класса опасности. Их нельзя просто так захоронить на полигоне, потому что они содержат токсины и канцерогенные вещества, которые впоследствии будут отравлять грунтовые воды и почву. Шины надо отправлять в специальные предприятия, которые потом их переработают. Использовать шины в качестве декора придомовой территории тоже нельзя. Из старых шин делают покрытия площадок и кортов, дорожки в парках, настилы в садах, теплоизоляторы, брызговики. И все это из мусора, который мог бы отравлять природу, а значит и нас с вами. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.